Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске кровавые бои, Slowpoke Tetris, стратегический Дисней, пиксельная аркада, поиск сокровищ и трэша трэша. Любишь бессюжетное месиво для отдушины? Тогда тебе точно понравится Гладиатор True Story. Залей Колизей кровью врагов. Кстати, в буквальном смысле. Ведь с каждой секундой на арене будут появляться новые враги. Они будут становиться все сильнее. Сначала им дадут щиты, потом луки и стрелы. Ну а после... Выпускайте Кракена. Нет. Игра же называется «Гладиатор. Правдивая история». Так что выпустите Тирекса! Да, гладиаторам никогда не приходилось сладко. Тетрис – отличная игра для проверки логики и скорости реакции. Ну а если ты соображаешь как жираф, то 1010 – игра именно для тебя. Или 1010, или 1010. Короче, игра никуда тебя не торопит и не заставляет сжигать ряды только по горизонтали. Как бы сказал преподаватель Лёмсен отсталых, ставь фигурки как хочешь, где хочешь и сколько хочешь. Кто не смотрел Gravity Falls, тот либо старый, либо скучный, либо слепой. Либо старый, скучный, слепой. Не повезло. Новая игра Gravity Falls Mystery Shack Attack – это настоящий подарок фанам. Защити свой дом от чудовищ, используя электрические шары, заборы, пердящие грелки и все, что найдется на чердаке. Стильный мультипликационный Tower Defense придется по душе каждому. Electronic Super Joy – это стильный, пиксельно-аркадный, сексодробительный платформер. Ты потерял руку на диско-войне, ты потерял глаз на войне рок-н-ролла, и ты потерял задницу, сражаясь со злом. Это история мести за свою задницу. Именно таким вступлением начинается игра. Бегая по уровням, ты будешь увиливать от бесчисленных препятствий, сексуально сохраняться и сражаться с боссами во имя потерянной задницы. Если соединить Индиану Джонса и Лару Крофт, получится неплохое порно. Или сногсшибательный экшн-квест с опять же таким порно-названием Melissa Kay and the Heart of Gold. Все есть секс. В игре 30 пазлов и 30 великолепно отрисованных локаций для их поиска. Это невероятный экшеновый квест с крутыми 3D-роликами и продуманной историей продолжительностью в 6 часов. Что я тебе скажу, до хера для такого великолепного квеста. Ну и приступим к трэшу. Ты, наверное, уже слышал об культовом боевике «Бэнг Бэнг» с Ритиком Рошаном в главной роли. Шучу, расслабься. Конечно, ты слышал. В «Бэнг Бэнг» тебе предстоит пережить лучшие моменты киноленты прямо за твоим устройством. Дерись в рукопашку, участвуй в перестрелках, погоне на мотоциклах и в зажигающих танцах до рассвета. В игре 10 захватывающих миссий и реалистичная графика с участием ваших любимых кинозвезд. А теперь серьезно. Да, это трэш, но он забавный и вполне себе играбельный. Так что, дружок, качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты настоящий мужик, будь мужиком, блин. Это был обзор от Mob.ua и я, Трэш. До встречи.